не могу сказать по-английски. Поздравьте Соединенные Штаты Америки, Америку с Днем Независимости, который они отмечают сегодня. Congratulations on occasion of Independence Day. Congratulations on occasion of Independence Day. Вы это поздравили их с... Что вы им пожелали? Просто поздравил. Счастья, здоровья. Процветания, prosperity. Спасибо большое, здоровья. А Запорожью что вы пожелаете? Тоже процветания. Я подойду к вам поближе. Хорошего вам дня, чтобы все продали, все, что создали. Сегодня День независимости Соединенных Штатов. Что вы им пожелаете? Желаю процветания, чтобы люди все были здоровы и счастливы. Коронавирус? Ну, чтобы ушел, чтобы были здоровы. Какую игрушку можно ассоциировать с Америкой у вас? Есть такая? Не знаю. Вот не Америка, это Пакистан больше. Ну там очень много украинцев, я думаю, что здесь тоже. Да, вот украинцы, да, есть в Америке, там полно. Привет нашим. Процветание. Пусть они все будут здоровы и счастливы. И чтоб день у них начинался сегодня красиво. Да, очень красиво, и чтобы были здоровы. Главное, чтобы были здоровы. Будут здоровы, будет и счастливы. Сегодня День независимости Соединенных Штатов Америки. Что бы вы передали американцам? Поздравить, как вы и хотели бы. Счастья, здоровья. С кем бы вы там встретились, захотели? Это не с кем. С президентом Трампом вы покушали бы, пообедали бы? Возможно. А где бы попутешествовали? Где бы вы попутешествовали? В Запорожье. Там нема Запорожья. Куда бы вы хотели там поехать? Нью-Йорк. А запорожцам пожелаете? Здоровья тоже. Спасибо большое.